Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Нидерланды в Sid Meier's Civilization 6 с режимами варварские кланы, корпорации монополии и случайное дерево технологий социальных политик. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии, всегда лучше начинать смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. Однако, в связи с тем, что YouTube отключил любую монетизацию в России, доход моего канала снизился более чем на 60%, и я прошу вас переходить либо на более высокий уровень спонсорства, либо пересылать мне денежку просто по PayPal, либо криптовалютой. Все ссылки и возможности, опять же, в описании к видео и в прикрепленном комментарии. Приятного вам продолжения просмотра. Давайте глянем, где судостроение. Блин, все в разных местах, конечно. Ускорить я не смогу лучников, мне их придется открыть, просто я хочу сначала три прачника построить, чтобы уже точно. Так, ферму на ресурсе я, кстати, тоже нигде, так что, наверное, я ее просто открою, чтобы этих пообрабатывать. А тут постою. Не, мне, наверное, неинтересно, я хочу вот эту территорию исследовать. Так, слушайте, а вот тут всякие острова, это тоже интересно. Правда, судостроением только я там смогу. Блин, и рек нету, вот что в чем прикол. Очень мало рек. Угу. Интересно. Инк кого-то еще встретил. Да. Торговые пути к своим городам две лояльности. Это ладно. К иностранным городам и от них две культуры. Увеличенный бонус за соседство для кампусов, театральных площадей, промышленных, находящихся с рекой. Культурный захват соседних клеток при постройке гавани. Вот это прикольно, кстати. А на ртуть ты не сможешь поставить? Слышишь, кот? На ртуть ты не сможешь поставить город? Слева от ртути будет еще один город. Так, а Польдер у нас на болотах строит? То есть мне болото нельзя убирать. А, нет, на болотах это в пятерке строилось, я уже забыл. Тут только побережье или озеро. Ну вот тут, например, Польдер строится, кстати. А какое тут красивое улучшение. Я, кстати, не знаю, может быть, они стакнутся как-то там, не? Эти города. Слушай, Гал. А ты... Ну да, будет обстрел. Может, ты поставишь на 2-2. Мне, конечно, надо зачищать быстрее так, и этот лагерь, и этот, чтобы тут ГГшки не появлялись. У меня там мои... Хотя, подожди, стоп. Здесь, наверное, может, пускай вот на появляется. Я вот сюда поставлю. Раз, два, три. Ну, да, выше, тут, наверное, пускай появляется. Подальше от твоей стороны. Вот так свой город. Один не стакнутся, потому что есть проход. Вот, я как бы с клетки столь не заберу. Валим. Ты там своим культурным захватом все свое заберешь. Я не буду в столь тебе город ставить. Типа, так, живем что тут за у нас продается? Галера. Ну, галера мне не интересно. Тут что? Лучник. Тут? Ну, типа, там все равно... Я озеро, лучник. То есть это не морские, то есть это уже... Ну, я просто... Ну, джунгли, вот это не знаю, может, лучше было бы и морские, хрен знает. Населиться, там, ты видел, я короче, вот думаю... сплошная пойма или софа-соп. Это. Типа, а тут и слоник есть, и этот. Я просто, ну, выше на озере. То есть я клетки твои никогда из стерни не заберу. Так, ну, наверное, горами. Не, пока рано. А, не, почему рано? Уже можно... Ну, это все равно слоник останется у меня. Не уменьшается население. А, ты уже пришел туда? Окей, все. Так, значит, меняем тогда, ладно.
Содержание юнитов против варваров, наверное, поставлю все-таки плюс 5. А здесь давайте на создание поселенцев. Так. Этот у нас пойдет вырубать здесь лес. Нет, гребаный варвар. Слушайте, а тут я имею плюс 1 за лес, блин. Я только тут вырублю лес, получается. Осинки. Ладно, там я город смещу как-нибудь. Ну, я еще не ставлю там города. Поэтому... Так, Инк, вот этот твой посел мне тут вообще не нужен. Ух ты ж, какой там поселенец идет. А ты не боишься там варварский этот? Разведа? Да я вижу, я купил разведа. Давай-ка ты в другую сторону поведешь города ставить. Вот смотри, вот, он, вот этот город, по-моему, не помещается, да? Ну да, там две клетки. Чуть я могу, я сменить могу. Я да, как бы хочу тут последний город поставить в ту сторону. Вот прям вот на той клетке, где куда ты поставил коляс. У меня не влезут города тогда. Да-да-да, этот я могу сменить. Ты же был сверху, ты же видишь, что у меня там... Ты же был сверху, ты видел, что у меня там полуостров, у меня три города там стоит. Где мне города, по-твоему, ставить? Нет, подожди, Лёш, ну вот как бы я здесь ставлю город, у тебя тут влезает город рядом с этим... С... Китами, раз город видишь, точно влезает. Вот с у тебя кем? Там по реке еще город. С кем? С кем? С китами. Вот там речка небольшая. С каким надо, Китаем? Китами. Китами. А, китами. Ну как бы один город я сюда поставлю. Либо мы упарываемся. Потому что я не поведу эту поселенца отсюда. Ну, видимо, упарываемся, потому что у меня-то места нету больше. В 5 городов играть. Ну там не 5 городов, там больше, я еще вижу. Ну поставь мне метки, города. Поставь мне метки, где у меня. У меня 7 городов где-то влазит. У тебя колесни, нет. Нет, у тебя вот где-то вот. Где тебе вылазит, вот метки поставить. Да. Ты видишь мою всю территорию, вот по-твоему. Вот где колесница, да, раз город. С другой стороны 2, тут 3, это 6 городов. Вот я думал, вот здесь еще 7 поставить. Где, если ты ставишь город, у меня уже 7 не влазит. Там влазит еще один город, вот на холме справа от колесницы. Там очень много рек. На холме справа от колесницы? Ну, еще дальше туда. Вот я вот прям вот на этой клетке ставлю город, и там у тебя еще один город влезает прекрасно. Куда ты к лестнице пошел? Хорошо, тогда мрамор мой, тогда так договоримся, окей? Окей, я не буду его специально выкупать, если сам выкупит цесаря. Тут не вырубаю, потому что еще этот... Еще Магнус не сел. Но вообще я, конечно, немножко торможу. Тут, вот тут вот у меня... Ну, я ж не буду говорить, что у меня тут еще места есть, понимаете? Зачем мне помогать соперникам? Дипломатическое обсуждение. То есть он где-то вот тут мне советует. Ну, в принципе, почему ну, нет? Серьезно, оба увели. Разведка, соседи, сразу видишь, кто что строит. Иерусалим. Я, например, вот большой бассейн не строю, потому что я видел, что один его строит. Красава. Так. Ну, если я не успел в гончарное дело, мне нужно в другие теки прийти. Смысл мне догонять оттенья, если он обгонит меня в любом случае. Да я его строил чисто, чтобы у меня не затапливало, у меня единственная пойма здесь. Три спецрайона. У меня в городе две реки с поймами подряд, то есть у меня 4 в ряд поймы идут. Там клеток 15 просто пойм. Ты посмотри, какие клетки. Ты посмотри на них. Ну что, давайте сюда поставлю сразу, чтобы защищать. Так, продолжаем поселов в столице делать.
Или... Нет, давайте, наверное, рабочего, чтобы уже кита обработать. Ну, тут я ничего не меняю. Мне бы... А, блин, это еще игры и развлечения, а не... Я думал, это эти уже будут. Правитель... О, нем... америкосов встретил. Кстати, Иерусалим неплохо, он что-то там на священные места. Да. 4 раза больше религиозного влияния. Тут будет неплохо работать это все дело. Блин, я бы Иерусалим засоюзил на самом деле. Будет второй посол, так и сделаю. Блин, Настя меня кинула, конечно. Ну и куда мне этим... Наверное, давайте в Неймиген, чтобы тут вылечиться. И я, наверное, кстати, думаю, здесь не на реке поставить, а вот сюда. Просто тогда... У меня просто очень мало мест на реках, а у меня все мои районы на реках ставят. А, блин, с другой стороны... С другой стороны... А, все равно тут стою. Почему киты монополия не считается вторым морской клеткой обработанной, а? Наверное, потому что клеток с китами 30 в мире. Нет, вы не поняли вопрос. Озарение для гавани. Почему вот у меня... Что? Да нет, мне кажется, должно так быть. Просто если построишь первую лодку, первую галеру, тебе тут 3 очка. А если вот галеру... Нет, сделала, первая цивилизация, которая построила. Ой, блин, под кудрилем встал, молодец. То а, блин, у него, конечно, он мрамор забирает. Как-то я странно поторговался. Спасибо за ответ. Ладно. Но я там все равно не проплыву явно, так что будем тут возвращаться потихоньку. О, Кри. Привет. Вот лодки приплыли. А ты на берегу? Так, где у нас тут, возможно, кампус? Ну, тут, конечно, кампус бы мне давал больше, чем священное место. Я, конечно, не очень понимаю, как мне тут развиваться с таким положением всего. Ты читаешь код проекта? Нет. Я рабочих строил во всех городах. Кот, а где эти кампуса? За луками. Серьезно? Нет, ну, в смысле, я-то знаю, в смысле, где, почему они не построены. Почему у тебя нет кампусов? Это, наверное, от дальнобойных, хотя... Подождите, а кудрилемы считаются юнитами дальнего боя? Или они считаются морскими? Дальнобойный. Ладно, возьму эту. Гал, а подвинешь скаута с этого? С 2-2 клетки? Уже походил, сорян, на первый. О, блин, плохо. Ну ладно, тогда уже и не так, надо. Тут будет. Могут быть луки, все так что пока тут останусь. Так, после навигации, наверное, в судостроение пойду. Это 3 разных спецрайона. Ну, гавань, кампус и... Юниты Александра Македонского гибосписты, они кого заменяют? Мечей. Да. Самый худший юнит, который может вылезти, это Легион, Бессмертный и Нгалм Бэмбо. Да, да. Самый худший тогда? Я бы даже сказал Бессмертный конкретно самый худший. Самый худший юнит. А, все, окей.
Так, отойду пока. Он только на одну клетку стреляет. Майя, дашь пробежаться? Блин, ну мне очевидно надо больше... Ладно, давайте я здесь все равно поселов. Блин, или сделать пока святилище. Чтобы можно было миссионеров купить. Сколько они стоят? Они, по-моему, дорого стоят. Блин, нельзя увидеть, пока не построишь. Это, конечно, хреново. Я бы еще и в этом городе посел устроил. Ух ты, уже латники. Ну, может быть, и там тоже неплохо город. Ух, Волин. Слушайте, а Волин так крутая штука, подождите. Она ж за веру позволяет... А, не, победы наземных юнитов в бою с другими цивилизациями дают очки великих. Нет. Не совсем то, что надо. Эти не дают против с варварами, если вы беретесь, только с другими цивилизациями, городами, государства. Чё, Грега... Он мне войну объявил, Гал. Грега Инку. Кот, а ты через сколько построишь это чудо? Очень хорошо. Мне просто только интересно. Надеюсь, что, конечно, я не убьют на него, его. И мне много чего рубить. Но то, что у меня соседи воюют, это очень столиц. Хорошо. Ну, скорее всего, людей построили. Между собой, а не со мной. Я просто примерно за 5 бы ходов рубанул. Ну, то есть на 45-й. Плюс-минус. Я просто понял, что ты на Майе играешь, понял, что, ну... Я, возможно, быстрее. Пытаться соревноваться. Так, тут, пожалуй, с монумента начнем. Ну, тут вообще немножко грустный город будет. Дед, сделка только, пожалуйста. Наверное, тоже на производство переключу. Так, здесь посело. Но я не успею здесь математику никак ускорить. Максимум гавань, поэтому... Благодарю. Поселенцев. Ой, очень как меня напугал этим Акичито. Тебя напугать. Это поселка в виду, вроде, наверное, с прикрытием, не буду я пока обрабатывать. Ты тут выбегаешь из леса. Так, а лесопилки у нас где? Блин, ну будет обидно, если твои поленки выкупит мой гипс. Лесопилка так, хрен знает где. Чё? Ладно, давайте шахту пока. Чтоб ты понимал, один цитрус и два гипса, все. Ты говоришь, третий радиус, не скоро будет. Эти два гипса, если что. Все, больше ничего. Есть одно серебро. Ты можешь всякие прикольные, получается, произведения искусства делать. Кто? Апельсинки обмазывать гипсом. Не-не-не-не-не, оно так не работает. Ты должен иметь минимум 3, чтобы сделать, ну, мог этот поставить. Скажите, минимум 3 должен иметь. А, во-вторых, это не весь континент. Весь континент далеко вверх уходит, поэтому этот гипс и цитрусы еще есть много у кого. Ну вот, вы будете соревноваться, вы можете даже какие-нибудь игры проводить, у кого апельсины, обмазанные гипсом, лучше. Метать их куда-нибудь, в кого-нибудь. Как макаки какашками? Смотри, соревнования, например, бегут люди, подбегают к чану с гипсом, обмазывают апельсинки, бегут еще один круг. Потом прибегают, и надо 5 обмазанных гипсом апельсинок попасть в определенные дырки. Не попадаешь, в штрафной круг бежишь. Как тебе такое? Забавно. Давайте на конгрессе вот Олимпийские игры проведем. А вы умеете развлекаться?
Я как-то не одобряю такие игры. Ну, кто не одобряет, тот не участвует. Ну, я осуждать буду. Дед, ну, ты всегда осуждать можешь. Ты религию основи, где вот это... метание обмазанных гипсом апельсинок будет считаться грехом. Будут приходить к священникам твоей религии, такие... Святой отец, я не удержался, дьявол соблазнил, всю субботу обмазывал апельсины гипсом. Что делать? Вот, это так на колизей кот рубишь? Это ты так на колизей рубишь, да? Я 4 монетки просил, брат. А до этого 10. Я все верну. Гала, сделка. Смотри. Гребаный Том. Инг, тебе какая-нибудь помощь нужна вообще? Да, было бы неплохо золотишко, если можно. Дед. О, Майя. Че, дед? Поделишься немножко золотишком, чтобы Гал Инка не забрал? Он уже поделился. А, уже поделился. Ладно, сейчас со следующим ходом кину. Подождите, у Инка такие горы, и при этом Гал все равно решил пойти на Инка? Ну, у них, они соседи, и у Гала есть проход. Точнее, они просто конкретно соприкасаются границами. Границами, да, он прям... И там проход нормальный. Инг, кстати, я вот тебе деньги дал, можешь ко мне перевести рабочего, сделать тоннель? Я как бы... А он не может делать тоннель на твоей территории. Он не может делать тоннель на твоей территории. Почему-то это работало. На нейтральный он может. На нейтральный может, да. На нейтральный, да, было. Отлегло. Ну, три царик хотя бы дам. Потому что, ну, Гал, очевидно, сильнее, чем Инг в начале, потому что он в латнике быстро выходит. Кинул Инг. Прям легче стало. Я, наверное, следующим ходом объявлю войну Галу и попробую этого Гесата завалить. А ты рубил один или нет? Тут строение валим. Я говорю, что примерно на 45-й я бы построил уже. Ну так 45-й. Я клетки сижу, занял денег на клетки, чтобы все срубить, срубил все просто. Не, типа я мог этот, попробовать, но я не стал. Мне впадло было промку, я его на ракул себе построил, мне этого... Ну, вообще, во-первых, этот лес точно можно вырубать, потому что... Купил рабов, потому что вулкан. Денег. Точно можно идти... Прям со всего мира, да? Нифига себе, со всего мира, с одного человека вытянул деньги. 14 голды у человека взял. Да, ну вот это, видите, мой остров. Тут я могу ставить города, на самом деле. Стал только в судостроение выйти. Там Закинь сказал, что он не будет, но мог бы. Да кто-то другой мог, напишется. Сомневается. Почему? Да там у Майя на старте ведь. Строитель дается, это буст огромный. Чтобы... Не, на мае 45-е это далеко не ранний Колизей. На мае... Кто там, Релек на 37-й ставил его? Или раньше, по-моему, или 35-й? Не помню. Хотя не уйди, какие чьи-то, пожалуйста. Ничего. Почти. С процентами. Уважаю. Кстати, он гесатами нападает, даже а не латниками. Прикольно. Вьетнам, а ты не хочешь немножко Гала подстопать? А у нас дружба. Не очень долго еще.
Да я... Никого нет, я тебе верну, если отобьюсь. Ну, блин, усиливать Гала вообще не хочется, понимаете? То есть не воевать тут с ним... Нет, это ж только не надо. Там много. Было бы странно. Другое дело, что я, конечно, прям воевать-воевать с ним не буду. Но не давать ему усиливаться. Ну, Кахамарк он, скорее всего, берет. А вот дальше мы посмотрим. Ну, зато я спокойно могу тут расселяться, получается. Ну, кто-то может сказать, так, блин, попили инка, так мне, блин, с этой стороны как раз на него хреново нападать. А усиливать Гала под своими границами... В этот ход я прапать. Блин, дед, тут, конечно, скаут мешается. Где? А, ну, забежал далеко. Еще то. Больше то. Не мог извергнуться этот вулкан, под которым у него стоят эти бички. Так, Конг, я у тебя спрошу, чтобы потом не было претензий. Я выкупляю, потому что радиус, я сразу спрошу. Выкупаю этот второй радиус с ртуть? Ты против не будешь, я надеюсь. Жалко, ну ладно. Гал, есть мнение, что как бы у тебя... Инк, это... предложение. Принял. Ну, типа, не про канал. А то потом выяснится, что я такой гад, и купил второй радиус, он свой же. Ну, меньше гадом тебя все равно это не сделает. И ты, кажется, не вернул мне второй кредит. Второй кредит возвращал. Знаешь, я не помню. Ладно. Ну, вот это, конечно, культурное присоединение вообще зашибись. Мне очень нравится. Не-не-не. Ну ладно, уже не важно. Я тебе точно возвращал. Маячок. Так, уж 15 так, тут еще. Один заряд ну, остался. Ну, и здесь один. Тут волна, железо и... обработаем. Тут и... крабы. Продолжим. Ну ты как бы их это профукейкал все. Ну смотри сам, хозяин барин. Так, сейчас будем в 2D. Надо быстро убирать колесницу, чтобы ее не убили. Ну, гесаты у него, конечно, мощные, ребята. Смотри, реки. Давно я этого не видел. Религиозный стопор у нас. Ну, я вижу, извините, что в 2D. Соседа убивать. Так, подождите, наверное... Блин, дед. Так. Блин, тут, конечно, 20 многовато лаять. Давайте, наверное, этого сюда отправлю. На овец прямо. А этот тогда ждет открытия судостроения, чтобы плыть сюда.
И этот ждет судостроение, скаут. Ну, два хода, в принципе. Чё тут? Так, пошли, наверное, тут вот инка будем исследовать. Так, ну он моего дуболома видит, если что, скаутом. Центр коммерции пока позащищаю. Блин. Хорошо, хорошо не убило сейчас колесницу. Не на реке, повторяю, это я специально сделал, чтобы на этой реке можно было какие-то районы ставить. Так, ну я сюда ставлю город. Тут еще надо исследовать будет. Наверное, сразу поведу пращника. И я даже его, наверное, апну в лучника. Чтобы сильнее защита была. Давай, супчика. Дед, убирай скаутов, дай походить юнитам. Что тут вообще шаришься, у нас война, не того скаута. Ты вот реально ничего там интересного не увидишь вообще. На разведке бегает. Так, куда он мог, наверное, куда-то сюда уйти. Пока феодализм найдёшь, да, Гал, ты, конечно, не my life. Еще начинается. Да, он же Грега. А ты думал, это my life, да? Нет, я просто помню, как my life приехал там, и как бы грустно было так совсем. My life, наверное, на латниках приехал, а тут на гиссатах. Не-не, my life приехал... Сначала приехал в Корею, очень быстро закалывал, потом... Глаз меня там начал спину лупить, и в этот момент на мушкетерах приехал уже My Life, там уже все. Там уже как бы без шансов. Грустная история. Причем, видите, судостроение тупиковая ветвь была. Ну, вот. Зато могу попробовать этого колосс построить. Так, короче, тут я не буду город ставить, тут слишком... Ну, возможно, я позже поставлю. Но пока здесь слишком большая эта. Вот шестое здесь делаю город. Остальные вот сюда буду вывозить.
Да, видишь, здесь написано «Чудо природы» на 4 клетки. Дает 2 пищи, 2 культуры. А в ПБГ написано «Представляет На этом пока болото». Все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас. Во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Габустан такой тролльный.